Всем большой-большой привет! Пришла мне посылочка. Пришли вот такие вот ниточки. Тут, по-моему, 50 ноточков. Это анкор. Заказала я их для совместника на морскую тематику. Ну, об них и о вот этой рамочке я расскажу уже более подробно в видео о подготовке. Вот в этой коробочке из-под анкор мне на самом деле положили ДМС. Это моточек мне не хватило на небо. Домики, вот что я сейчас вышиваю, два оставшихся домика не хватило. Так что вот я рада, что этот моточек пришел. Можно доделать вышивку и вам показать. Пришли вот такие вот коробочки. Маленькая с бобинками. Совсем малюсенькая. И большая. Вот в ней я как раз планирую вот эти вот нитки, что мне пришли для совместника. Вот планирую в ней хранить. Дальше пошлите. Вот такие иголочки пони. Купила их по совету Оксаны. Она их очень рекомендовала в своем видео. Вот я 25 номера купила. Ну, это календарик мне пришел в подарок от этого сайта. Это пластиковая канва от фирмы Дарис в форме сердечка. Я решила вышить магнитики на холодильник. Ну, как-то вот по сайту я думала, что они намного меньше. Так раза в три, так где-то меньше. Ну, в принципе, и такие пойдут. Попробую. Это заготовочки для открыток. Тоже не пробовала еще открытки вышивать. И ура-ура! Пришла мне вот такая вот равномерочка. Это Леон. Вот это вот Эдинбург 36-го аккаунта. А это Белфаст 32-го аккаунта. Я еще не вышивала на равномерке. Имела дело только с Линдой 27. А вот это вот Лен. Хочу на нем попробовать вышивать. Свою Пеппи. И еще там некоторые работы с неполной зашивкой. Говорят, что смотрится очень красиво. Попробуем. Также из канвы я заказала кусочек вот такой венгерской. Она очень недорогая. По отзывам это канва так себе. Ну, я хотела сравнить по качеству с РТОшной конвой ее. Посмотреть, как она, что, как она будет в работе. Потом вам расскажу. И кусочек моей уже любимой конвы от Свайгард 18 аккаунта. Даже, вы знаете, вот я сейчас вышиваю на 18, и мне хочется еще мельче конву. То есть вот я уже подумываю о том, чтобы перейти на 20. Но вот как-то в магазинах ее пока нет. Будем искать. Вот, это что касается посылочки. И еще хочу вам одну штучку показать. Это уже не в посылке мне пришло, конечно. Это муж мне сегодня подарил на День всех влюбленных. Я, как рукодельница, обрадовалась, конечно, не конфетам, а обрадовалась коробочке. Ведь посмотрите, какая классная коробочка. Она жестяная такая, в ней можно столько всяких полезных штук хранить. Вот, так что я обрадовалась очень. Поздравляю всех, кто смотрит это видео. С днем влюбленных. Берите себе по конфетке, а то и по две, если вы их любите. Желаю, чтобы рукоделие приносило вам больше любви. Ну и вообще, чтобы все, что вы делаете, приносило вам любовь, радость. Спасибо вам большое за внимание. Всех с праздником и до новых встреч!